Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я недавно родила и разошлась с мужем. Мне нужна помощь психолога. Я полагаю, что развод и рождение ребенка вот в какой-то степени, в той или иной степени для вас является здесь. Я также думаю, что рождение ребенка и расставание с мужем, развод с ним, чем-то связаны. То есть это связано между собой, истории, связанные между собой моменты, вот, на которые, опять же, по моему мнению, нужно обратить внимание. Вот. Сейчас вы чувствуете себя, скорее всего, ну, мягко говоря, нехорошо. Вот. И вы чувствуете злость, отчаяние, может быть, разочарование даже. Вот. Я думаю, что первое, что может сделать психолог для вас в этой ситуации, это помочь вам все это прожить и сбросить немножко вот, напряжение, которое сейчас у вас наверняка в избытке. А дальше вы сможете решить для себя, чего хотите. Вот. И, соответственно, опять же, психолог может помочь вам увидеть, как к этому наилучшим образом можно прийти. Я думаю, что вот то, что вы развелись с мужем и родили ребенка, проистекает из ряда моментов, связанных с тем, как вы относитесь к, ну, вот, к себе, связанных с рядом моментов, о том, как вы воспринимаете сами себя, вот. И, соответственно, связано это, на мой взгляд, с тем, что вы себя в той или иной степени обесцениваете, вот. Даже, ну, например, в том, допустим, что, ну, например, сводите, допустим, свои цели, да, вот к семье, к семье. Вот. То есть из-за этого, из-за того, что вы, очевидно, вот, центрировались на семье и на ребенке, вот, у вас не вышло выстроить отношения с мужем. Вот, потому что не осталось, скорее всего, точек соприкосновения общего. Вот. А то, что вы сейчас переживаете, связано с тем, что ваша идея, может быть,
какой-то степени мечта о семье, вот, она не сбылась. И вы чувствуете потерянность, потому что не очень понимаете, куда вам теперь идти. Вот. Естественно, это больше предположение. Вот. И как оно на самом деле сейчас сказать сложно, практически невозможно. Вот. Но я надеюсь, что ваше обращение к нам ставит вот такой точкой отсчета, откуда бы вы могли начать некоторые действия, по изменению себя. И поэтому ключевой вопрос, который вам, на мой взгляд, сейчас нужно себе задать, вот, заключается в том, хотите ли и готовы ли вы меняться. Вот. То есть готовы ли вы как-то вот пробовать какие-то новые, если угодно, вещи в своей жизни, вот, которые вы не пробовали. Не пробовали, до сих пор. Вот. Естественно, вам будет страшно. Вам, в принципе, должно быть страшно. Вот. Потому что мы говорим об определенном, все же, наверное, выходе из зоны комфорта. Вот. И от того, готовы ли вы из нее выходить или нет. Ну вот, в принципе, ни много ни мало зависит того, как все будет происходить дальше. Вот. То есть будет ли это хороший, успешный опыт, или это будет в вашем случае, например, что-то вроде топтания на месте, да, вот, и, значит, поиск справедливости и так далее. Ну, я не думаю, кстати, что это поможет, да, то есть, я не думаю, что вот поиск справедливости, да, могут вам что-то дать. Вот. Вы, конечно, можете вот с
со мной не согласится здесь, вот, вы можете считать, что, вас может быть в любом случае своя позиция, да, своя точка зрения, вот, на это в любом случае. Хотелось бы вот как-то услышать ее. Вот, хотя бы. Для начала. Вот, пожалуй, то, что хотелось бы вам сказать, сейчас, вот, с точки зрения психологии, да, и с точки зрения, вот, психотерапии. Вот. На этом все, пожалуй. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Вот. Обращайтесь за помощью.